Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня мехатрэш, у нас сегодня обзор, наверное, самой крутой имбы битвы замков. Это бочка, которая, как видите, не боится ничего. Ну, у нас, конечно же, есть ворожей, но эта бочка просто жесткая. Если ворожей, тут это герой с эволюцией, там, с прорывом и с прочим, то бочка — это просто зеленый гарнизонный герой, который на сегодня не имеет там возможности уклонения, возможности поставить чарку. Это просто герой с самыми минимальными показателями, который не эволюционированный, но зато за счет скилла и за счет своей имбовости он просто тащит везде. В общем, поехали, посмотрим на эту имбу. Смотрите, вот топовые герои, Феникс. Я бочка ему покажет. Единственное, кто нас тут может шатать, посмотрите, что он делает. Да ему просто пофиг, этой бочке пофиг, все. Какой нафиг Феникс, о чем вы говорите? Ни о чем вообще. Бочка тащит. Бочка держится против 30-х прорывов. Вот почему это имба. Вот многие не понимают, почему. Вот поэтому, ребят, этот герой просто нереально крутой. Плюс у нас еще новый талант 10-10. Смотрите, что делает. Он просто сейчас ушатает. Сейчас просто Феникса нафиг разберет. Офигеть просто. Ну что вы на это скажете? Теперь вы хотите сказать, что бочка не имба? Бочка — это реально имба. Это самый, что не есть, самый крутой герой. 30-й Феникс не может слить гарнизонного героя. Да что это такое? Смотрите, что он делает. Это просто жесть. Да. Интересно было бы, если бочка наносила еще нормальный дамаг и имела иммунитеты. Просто это просто кайф. Когда ты залетаешь, и против тебя 30-й прокачанный второй эволюцией герой, он нифига не может сделать гарнизонному герою. Да, Феникс. Феникс ни о чем, короче. Так, какая у меня бочка? Сейчас покажу. Вот такая вот у нас бочечка. Было бы здесь, не знаю, была бы здесь эволюция, прорывы, агментации, я бы, наверное, у меня бы гарнизонные герои стояли, я бы просто бегал, угорал ими. Но, к сожалению... Так, ой, что-то я... К сожалению, этого нет. Возможно, когда-то IGG добавит нам эту возможность делать это. Вот такая вот у нас сборка. 120% жизни, крит резист плюс 75%. Вот такие вот статки. Точность 3200, уклонение почти 10 тысяч. Это, конечно же, благодаря питомцу, но опять же, бочка тащит. Единственное, наверное, кто будет так сливать, это Зефир и Молчанки. Так, Фрея. Тут Зефир, наверное, есть с водушкой. Ну, сейчас нашу бочку развалят по полной, понятно. Тут без варианта, против смотрителя варианта никакого нет. Но если герой уже включится, на 14 скилле понижение 56% и 10 тысяч ограничения. Это реально круто. Так, Космо. Сейчас опять, наверное, нас... зафигачит, смотрим. Не, нифига, посмотрите на Космо. А, тут Фрея уже дамажит. Ну, не вариант. Но все равно, ребятушки, это имба. Какого героя все хотят? Так, Стрелок. Стрелок с забором энергии плюс ворожей. Блин, хочется найти какого-то интересного более-менее героя. Парт, Зефир. Против Зефира просто надо ставить огненку, чтобы он не пробивал. Так, Мэри, Космо, Палин, Зефир.
Че, попробуем против Космо? Посмотрим. Но посмотрите, что Космо. Космо просто нифига сделать не может. Вот где настоящая имба. Ограничение по 10 тысяч. 30-го прорыва герой не может убить гарнизонку. Но это смешно уже. Вот поэтому, ребятушки, бочка реально имба. Посмотрите, что он делает. Он просто Космо 30-го сказал, иди отдыхай, короче. До свидания. Просто кайф, а не герой. Сейчас он еще дойдет до Мэри, еще и Мэри, наверное, ушатает. Не, это однозначно имба. Смотрите, что делает. Знаете, это чувство, когда захотелось прокачать себе это. Так, Рея, ты что творишь? Успокойся. Так, с кого-то недомогания работают. Вот она самая настоящая хардкорная битва замков, ребят. Вот герои, ради которых стоит играть в БЗ. Прокачал гарнизонного героя, не надо никаких там вложений. Прокачал ему до конца скилл и все. И нафига там ваши эти космы, там еще что-то. Герой просто вот против Рэй держится. Единственное, у нас недомогание от хил. Сейчас попробуем починить. Если получится, если успеем, сейчас ворожей будет снимать у нас. Все, начался трэш. Ай-яй-яй-яй-яй, зарядили Фрейку. Космо ушатался. Просто изи. Так, против зефиров понятно. В зефира надо попробовать другой вариант. Ну, я так чисто с новым талантом потестировать новый талант. Он дает жизнь. И крит резист добавляет. Ну, это такое. Так, интересно. Но он не дает, если бы новый талант давал еще деф, было бы вообще супер. Видите, у нас не хватает немножко дефа. Здесь бы неплохо зашла СО. Давайте попробуем. Поменять немножко героя. Поставим СО. Я все равно ее, в принципе, вставлять не буду, потому что это очень жестко. Это читы. Просто это просто читерный герой, которого на аккаунте, ну, не должно быть. Делаем вот так вот. Пятая огненка, где там у меня десятая. Блин, провтыкал, вчера огненки были. Надо было набрать халяву. Это еще одна имба, на которую у вас будет отдельный обзорчик. Вы, наверное, будете в шоке, но этот атлант шатает зефиров. Зефиры просто сохнут. Вот, а теперь вот бочка по хардкору собрана. Поехали. Поехали проверять на прочность донатных героев. Не, ну эти жесткие очень. Это уже перебор, я считаю. Так, ну попробуем. Давайте попробуем против зефира. Все-таки интересно, сколько же зефир будет дамажить. Да, видите, смотр пробивает больше. Вот смотритель всю картину портит. У бочки просто мало хп, и ее сливают быстро. Тут надо либо с ворожаем бегать. Так, бард, зефир. Прям все жесткие. Да, я попал. Бочка просто не готова к таким. Ну, я не могу вам этого показать. Это просто будет унижение, и это опасно. Так, успеет ворожей. Вот посмотрите.
Посмотрите, вот что вы на это скажете? Так, куда? Ужасно просто. Это просто унижение топовых героев. Так, блин, где землеройка? Хочется найти какого-то мега-мега-ибового героя. Стрелок, этого мы уже пробовали. Так, Фрейя, землеройка. Опять же, Фоба под молчанками это. О, вроде нормально. Я надеюсь. Пробуем. Мэри. Не, ну это подстава. Еще и Фрейя бьет. Ну что за подстава? Я понимаю, один на один. Жестко. Так, попробуем здесь посмотреть, что Огник сможет сделать. Так, ну включайся давай. Блин, ну не дают включиться. Понакачивает этих супер питомцев. А ты тут бегаешь с бочкой. Какой-то несчастной бочкой. Блин, вот реально вели бы. Так, ну вроде здесь должны включиться. ОБ. Какой нафиг лис? Посмотрите, ну что это, домах лисицы? Это смешно, это просто позор. Это просто позорище, посмотрите. Они нифига сделать не могут. Огник с воодушкой, это конечно жестко. Давай, бочка, тащи. Смотрите, что она делает. Вот поэтому этого героя единственного называют имбой. Он реально тащит. Против орды. Против орды юнита. Смотрите, как он вытаскивает. Он или она, бочка. Или оно. Непонятно. Смотрите, ну... Ой, нафиг лис, о чем вы, ребята? О чем вы? Какие нафиг донатные герои? Я сейчас буду орать, если лис еще убьется об бочку. Это вообще будет смешно. Я не понимаю, нафига добавлять вот этих говнодонатных. О, видите, нас кто-то уже стрим снайпит. Донатных этих героев, если они нифига не могут. Это просто жесть. 3 минуты герой простоял против топового состава. Видите, решили нам подсверлить. Кто-то хочет нашу бочку просверлить. Сделать ей дырочку. Нет, ну это имба. 3 минуты против топового состава, и никто даже убить не может. Ну, вот это вот, ребята, вот ради чего стоит качать этого героя. Вот посмотрите, ну посмотрите, ну это все из-за Тесса. Все Тесса виновата. Выпустили Тессу, и бочка перестала тащить. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу гарнизонных героев. Но, не знаю, для меня бочка была и будет всегда самым крутым героем битвы замков. Круче героя пока нет. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.